Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня вы узнаете полное описание и точную дату выхода 6 и 7 серии нового российского сериала «За первого встречного». 6 и 7 серии сериала выйдут на Первом канале 15 февраля. Описание 6 серии. Сергей принимает участие в испытаниях, подготовленных для него дедушкой Тимуром. Ради одного из них ему даже приходится рискнуть жизнью. Антон отдает Генриху Платоновичу проценты, а взамен получает новое задание. Между Нинель и Каримом пробегает искра. Рустам надеется, что Нинель останется в ауле и пытается убедить отца сделать первый шаг. Седьмая серия. Саша и Сергей, вернувшись в Москву, готовятся к романтическому ужину. Однако в их планы неожиданно вмешиваются Вероника и Зина. Регина Тимофеевна едет в столицу, чтобы сделать подарок молодым. Генрих Платонович, узнав о том, что Саша и Сергей отозвали заявление о расторжении брака, решает наказать Антона. Напомним, 6 и 7 серии сериала будут доступны на Первом канале 15 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.